если он тебя убьет? Эта история должна закончиться раз и навсегда. Или он, или я. Где я? Так, господа, разойдитесь! Какое странное предсмертное видение. Мы сейчас все объясним. Вы немножко переместились. Ага, лет на 180. Пушкин перемахнул через 200 лет и оказался в этом московском лицее. А давайте я вам бакенбарды подбрею, а то не похоже. На кого? Встречайте, Александр Сергеевич Пушкин! Меня помнят через 200 лет. Вас будут помнить даже еще через 200 лет. Вас и Стаса Михайлова. Что надо сделать, чтобы вернуться? Дуэль еще не окончена. Александр Сергеевич, вы знаете, что вас там убьют? Мне очень нужно вернуться. Вам туда нельзя. Другое время, другие нравы, а люди все те же. Я-то думал, тут какая-то романтическая история. Мне никогда никто не посвящал стихов. Это место чаевых? Класс. Перепишется вся мировая история. Мне уже звонили. Константин Львович. Здесь я работаю. Давай, до свидания. Я вызываю вас на дуэль. Сейчас будет шоу. Полный облом. Я будто слышу вашу речь. Поговорите мне потом. Похож. Ты пожалеешь об одном, что не искала с Милом встреч. Надо его спасать. Ну и денек. Кто-то еще будет. Что это? Это жилет. Он защитит вас от пуль. Вот теперь поговорим.